я много знать и все вам рассказать. Лупи! Посмотрите сюда, посмотрите туда, деревья и растения здесь вижу я. Земля зеленая, земля голубая, я землю люблю, я ее защищаю. Земля уникальна, больше нету такой, давай ей поможем, пойдем за мной. Уважайте деревья, они воздух дают, уважайте насекомых, что с нами живут, уважайте цветы, что производят кислород, и воду берегите, она нам жизнь дает. Помогать несложно, ты просто начни, это наша земля, и ее уважаем мы. Здесь на земле есть все, что нам нужно, это наш дом, и мы живем здесь дружно. Воздухом дышим, воду свежую пьем, но мы должны заботиться о месте, где живем. Здесь горы высокие, какая красота, земля огромная, живем здесь ты и я. Уважайте деревья, они воздух дают, уважайте насекомых, что с нами живут, уважайте цветы, что производят кислород, и воду берегите, она нам жизнь дает. Помогать несложно, ты просто начни, это наша земля, и ее уважаем мы. Уважайте деревья, они воздух дают, уважайте насекомых, что с нами живут, уважайте цветы, что производят кислород, и воду берегите, она нам жизнь дает. Помогать несложно, ты просто начни, это наша земля, и ее уважаем мы. Бульдозер, он для стройки нужен нам. Бульдозер, он любой расчистит хлам. Бульдозер всегда поможет вам. Это желтый бульдозер, он все, что угодно нам раскопает. Он на стройке работает и всем помогает. Защитный шлем надевай, в кабину залезай, мы будем двигать песок. Бульдозер, он для стройки нужен нам. Бульдозер, он любой расчистит хлам. Бульдозер всегда поможет вам. Машина очень прочная, в кабине безопасно будет вам. Гусеничная лента на колесах у него, он по любой дороге проедет легко. Бульдозер, он для стройки нужен нам. Всегда поможет вам. Всегда поможет вам. Всегда поможет вам. Всегда поможет вам. Приключения зовут, во что сегодня будем играть? Давай плескаться в воде и под воды мир изучать. Твои игрушки в воде всплывут или утонут? На гидроцикле поедем с тобой вперед и песню запевай со мной. Плюх, плюх, веселимся, мы вместе играем и водный мир изучаем. Плюх.
смеемся, мы вместе играем и водный мир изучаем. Плю-плю, веселимся, мы вместе играем и водный мир изучаем. Плю-плю, веселимся, мы вместе играем и водный мир изучаем. Теперь давай нырять, мы будем с рыбками играть. С Блиппи весело купаться и подводный мир изучать. Мы под водой плывем, ты по сторонам смотри. Какой красивый мир, и рыбки плавают кругом, и мы плывем в море голубом. Плюх, плюх под водой, мы вместе играем, подводный мир изучаем. Плюх, плюх под водой, мы вместе играем, подводный мир изучаем. Плюх, плюх под водой, мы вместе играем, подводный мир изучаем. Плюх, плюх под водой, мы вместе играем, подводный мир изучаем. Я надеваю шапку и очки, учиться будем мы смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки, с Блиппи мы будем мир изучать. Я новый день встречаю, с улыбки начинаю, и любимую одежду я надеваю. И шапку свою я очень сильно люблю, а еще есть очки оранжевые они. И кажется, весь мир рад, когда я надеваю шапку и очки. Учиться будем мы смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки, с Блиппи мы будем мир изучать. Оранжевый и синий цвет, я всегда найду ответ. Я стараюсь все вокруг понять. Что-то новое учить, много знаний получить. И, конечно, веселиться и играть. И кажется, весь мир рад, когда я надеваю шапку и очки. Учиться будем мы смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки, с Блиппи мы будем мир изучать. С Блиппи мир изучать. С Блиппи мир изучать. Посмотрите, что у меня есть в кармане! Ого! Это моя зубная щетка! Она оранжевого цвета! Думаю, ты знаешь, что сейчас будет! Да! Мы сейчас будем петь песню про чистку зубов! Зубная боль так ужасна! Возьми щетку с тюбиком скорей! Выдави пасты с горошину ты на щетку. Теперь приготовься и повторяй за мной. Итак, у тебя 2 минуты. Начали! Ведем по кругу, 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 кругу. Чистим мы по кругу весь рот. Слева по кругу и справа потом. Сверху по кругу, где еду мы жуем, да-да, всю грязь мы уберем. У нас во рту бактерии живут, им не место тут.
зубы чистим из-за них. Давай зубы чисть, давай не ленись, пусть они сверкают, как снег. Отлично! Мы на полпути! Еще немного! Чистим по кругу, 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 кругу. Чистим мы по кругу весь рот. Свежим дыхание будет теперь, да. Улыбаться ты станешь всегда, оу-оу. Я зубы чистить люблю. И не забудь про десны ты, а также про язык. Скоро почистим весь рот. Чистим спереди, сзади и по бокам. Вперед, назад и вбок. Спереди, сзади, по бокам. Вперед, назад и вбок. Давай зубы чисть, давай не ленись, пусть они сверкают, как снег. Давай зубы чисть, давай не ленись, пусть они сверкают, как снег. Я зубы чистить люблю. Ребята, чистить зубы вместе было так весело! Итак, если ты чистишь зубы один раз утром и один раз вечером, мы очень скоро встретимся! Если захочешь почистить зубы вместе со мной, тебе лишь надо найти песню Блиппи про чистку зубов! Да, это я, Блиппи! Что ж, до встречи! Пока! Привет! Это я, Блиппи! А эта машина выглядит очень-очень грязной. Эй, я знаю одно место, куда нужно ехать, когда твоя машина грязная. Ха-ха! Следуй за мной! Если кататься по грязным дорогам, можно испачкаться там ненароком. Автомойка, чистим, чистим, моем, моем. Автомойка, хорошенько все помоем, отмываем. Машина будет чистой, очень чистой. Автомойка, как она блестит. Автомойка. Ого, мы почти закончили. Что еще нам нужно сделать? Ведро, полотенце, мыло и вода. С этим машину мы отмоем без труда. Автомойка, чистим, чистим, моем, моем. Автомойка, хорошенько все помоем, отмываем. Машина будет чистой, очень чистой. Автомойка, нам будет весело! Автомойка, что еще нам нужно сделать? Щеткой будем мы колеса мыть, и корпус машины помыть нужно не забыть. Водой из шланга смоем пену мы. Теперь машина чистая, мы ее помыли. Автомойка, чистим, чистим, моем, моем. Автомойка, хорошенько все помоем, отмываем. Машина будет чистой, очень чистой. Автомойка. Ух ты, как чисто! Автомойка. Большое спасибо за то, что ты мой друг. Автомойка. Пойдем со мной играть. В детском центре, игровом центре, мы по горке катимся вниз. В детском
детском центре, игровом центре. Здесь играю, веселись. Мы прыгаем здесь и ползаем здесь. В детском центре много игр есть. В детском игровом центре так много всего интересного. Эй, а во что ты больше всего любишь здесь играть? Да, я это тоже люблю. Обувь снимай, забирайся наверх. У тебя все получится, тебя ждет успех. Из блока мы посмотрим дом. Здесь машинки разные найдем. В детском центре, игровом центре. Мы по горке катимся вниз. Так быстро! В детском центре, игровом центре. Здесь играем веселись. С друзьями! Мы прыгаем здесь и ползаем здесь. В детском центре много игр есть. О, мне уже весело, даже когда я просто думаю об игровом центре. Висеть на перекладинах или кататься на качелях и играть с друзьями. Как это весело! На батут залезай, прыгать вверх и вниз. Скорей давай, покружись. Здесь и там, в игровом центре будет весело вам. В детском центре, игровом центре. Мы по горке катимся вниз. Так быстро! В детском центре, игровом центре. Здесь играем веселись. С друзьями! Мы прыгаем здесь и ползаем здесь. В детском центре много игр есть. Как же было весело петь с тобой вместе в детском центре. Я очень надеюсь, что мы с тобой скоро еще споем и потанцуем. Ха-ха-ха! Привет! Это я, Блиппи! Мы пришли на игровую площадку Эми в Южной Пасадене, Калифорния. Я ужасно рад, потому что собираюсь как следует размяться, выполняя движения и упражнения. Идем! Вот это да! Как же здесь здорово! Мне уже не терпится начать! Ха-ха-ха! Идите за мной! Воу-хо-хо-хоу! Смотрите, тут ворота! Чтобы пройти дальше, надо снять обувь. Одна кроссовка. Две кроссовки. Я люблю бегать в кроссовках на улице, но сегодня я их снял, потому что мы играем в помещении. Вот и все! Ух ты! Заходите! Здесь столько всяких занятий! Но первое, что я сделаю, это пробегусь! Потому что сначала я должен размяться! Побежали! Если у вас дома есть местечко, вокруг которого можно побегать, давайте бегать вместе! Побежали! В этот раз я не буду далеко убегать. Готовы? Хо-хо-хо-хо! Молодцы! О-хо-хо-хо! Правда приятно, когда сердце колотится. У-ху-ху! О-ху! Я устал. О-хо-хо! Ну все, пора играть. Смотрите, я прыгаю! Хорошо. Давайте сделаем растяжку. Отлично. Подойдем сюда. Когда вы дома и уже размялись и попрыгали, пора сделать растяжку. О, да. Чувствуете, как тянутся ноги? О, мышцы очень напряжены. Их нужно растянуть. О, какое приятное чувство в ногах. Хорошо, теперь спина. Ууу! Да! Ха-ха! Вот так! Ой, вы тоже делаете? Молодцы! О-хо-хо-хо! Отлично, продолжим играть! Ууу! Ха-ха-ха! Поехали!
Проезжая там, я увидел кое-что. Идем! В этом большом открытом пространстве мы будем делать отжимания. А вы будете отжиматься со мной? Хорошо. Вот как делают отжимания. Сначала нужно встать на колени, а потом отталкиваться от пола руками и кистями. Это поможет вам нарастить большие мышцы. Готовы? О, да. Еще. Получилось? Да, молодцы! Хорошо, давайте повторим, но в этот раз не будем стоять на коленях, хорошо? Готовы? Упритесь пальцами ног. Ух ты! Да! Ого! Ха-ха-ха! Молодцы! Вам нравится делать упражнения? Мне тоже! Это так весело и очень приятно! А еще позволит нам прожить долгую, счастливую жизнь! У-ху! У-ху! Ой, видели, что я делал? Да, я танцевал! Да, танцы – еще одно замечательное упражнение! Вы любите танцевать? О, слышите музыку? Она играет медленно. Хотите потанцевать? О, музыка изменилась. Теперь она быстрая. У-ху! Да, вы хорошо танцуете. Пока я танцевал, я увидел кое-что крутое! Идите за мной! О, это горка и батут! На батуте надо прыгать! Попрыгаем вместе! Хорошо, давайте его надуем! Когда он надуется, мы будем прыгать! Ура! О-хо-хо-хо-хо! Да! Ха-ха! Теперь зайдем внутрь и будем прыгать! У-ху! Вот так! Ха-ха! Когда я буду прыгать на батуте, вы будете прыгать со мной? Да? Попрыгали! Ух ты! Мы прыгаем, как лягушки! Ква-ква! 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 А какие еще животные умеют прыгать? Кенгуру! Я люблю изображать кенгуру. Ну все, я пошел. О-хо-хоу! О-хоу! Здесь так много лягушек. Антилоп! Кенгуру! Ха-ха-ха! Посмотрите на них! Ха-ха! Привет! Ого! Это называется выпад! Видели? Одну ногу надо выставить вперед! Попробуйте сами! А вторую ногу надо согнуть и коснуться коленом пола! А потом поставить ноги вместе! Вот так! Мы сделали один выпад! Повторим! Два... Три, четыре, пять! Чувствуете, как горят мышцы? У-ху! Возьмем пожарные машинки и сделаем выпады. Один, два, три, четыре, пять.
Обожаю выпады! Обожаю танцевать! И люблю учиться с вами! О-хо-хо-хо! Знаете, что еще я люблю? Я люблю ползать! Да! Поползли! Ползание – еще одно упражнение и движение! Вот и я! Поберегись! О, видите меня? Привет! Я ползу, как медведь! А кто еще ползает? Да, да много кто! Муравьеды! А знаете, что они едят? Муравьев! Забавно! Ой! А вам когда-нибудь хотелось поднять предмет с земли, но вы не могли дотянуться? Да! Так бывает! А давайте вместе сделаем приседание. Надо согнуть ноги, спину держать прямо, и вот так можно поднять предмет с земли. Сейчас покажу. Я положу игрушки вот сюда и затем присяду. Показываю. Да, получилось. А еще приседания могут быть упражнением без игрушек в руках. Вот так. Да, вы повторяете? Давайте присядем 10 раз. Итак, начнем с нуля. Теперь вы знаете, как приседать. Готовы? Мышцы будут гореть. Начали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ваши ноги тоже горят? Да! Молодцы! Давайте поиграем! Как же мне понравилось веселиться на игровой площадке Эми в Южной Пасадене, Калифорния! Я был очень рад узнать больше о движениях и упражнениях! Да! Теперь мы такие сильные, молодцы! Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесете его со мной. Готовы? B-L-E-P-P-E. Блиппи, мы справились. Что ж, до встречи. Пока-пока. Смотрите, что за моей спиной. Эта машина называется вилочный погрузчик. И в сегодняшнем видео вы со мной узнаете о вилочных погрузчиках. А теперь выучим детали погрузчика. Идем! Ух ты! Посмотрите наверх! Это кабина. Именно там сидит водитель вилочного погрузчика. Ой, а посмотрите-ка! Это колесо и шина, и это колесо и шина. Это очень большое, а это совсем маленькое. Ух ты! Взгляните на высокую штуку. Она называется мачта. А это вот здесь. Эта деталь называется каретка.
А это? Это вилы. Ом-ном-ном-ном-ном. И эти три детали поднимают поддон. Ой, посмотрите, знаете, что это? Это же танцпол! Вернее, поддон! Идем, проверим уровень масла! О, это двигатель погрузчика! Ух ты! Здесь так много крутых деталей, которые обеспечивают мощность двигателя. Давайте вместе проверим уровень масла. Сначала вынимаем масляный щуп, а потом возвращаем на место. И проверяем уровень масла. Идеальный уровень. Вот что я называю железная работоспособность. Отлично! Пришло время сесть за руль погрузчика. Но сначала вспомним о безопасности. Мы должны надеть защитную экипировку. Я надеваю каску. А затем ярко-оранжевый. Воу! Ветрено! Похоже на плащ! Надеваю жилет. Застегиваю. Вот так! А теперь, когда мы надели экипировку, можно управлять погрузчиком. За мной! Хорошо, идем! Итак, мы в кабине вилочного погрузчика. Для начала застегнем ремень безопасности. Готово! Сидит очень плотно. А это рулевое колесо погрузчика. Воу! Оно поворачивает погрузчик. Это рычаг переключения. Он позволяет ехать вперед и назад. А вот эти рычаги управляют мачтой, кареткой и вилами. Опускает и поднимает. Наклоняет вперед и назад. А этот отклоняет налево и направо. Все. Я заведу двигатель и поеду на погрузчике. Вот так. Привет, Блиппи! Поможешь мне отвезти эти поддоны на склад? Да, конечно! Спасибо! Ладно! Ого! Так, вы слышали? Мы должны поднять 4 поддона и отвезти их на склад! Итак, 1, 2, 3, 4! Ладно, посмотрим, что на них стоит! Идем! О! На первом поддоне стоят 4 белых ведра! На втором поддоне одна большая голубая бочка. На третьем поддоне 4 черных шины. А на четвертом поддоне большой ковш от экскаватора!
Блиппи, с кем ты говоришь? Берись за работу! Ой, ух ты, вы слышали? Надо поспешить и взяться за работу, пока не нажили неприятностей. Так, как насчет... возьмем 4 шины. Да, это хороший выбор. Огромное спасибо, Блиппи. Ты молодец. Это вам спасибо. И вы большие молодцы. Мне было очень интересно изучать вилочный погрузчик вместе с вами. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его со мной. Готовы? Раз, два, три. Блиппи. Блиппи! Мы справились! До встречи! Пока! Привет! Это я, Блиппи! Сегодня мы на игровой площадке Эми в городе Южная Пасадена. Идем! Мы будем изучать цвета! Ух ты! Да! Как же тут здорово! Ой-ой! Ого! Дальше нельзя, пока не снимешь обувь. Одна кроссовка, а вот и вторая. Эй! А какого цвета моя обувь? Здесь 3 цвета. Голубой, оранжевый и белый. У-ху! За мной! Ого! Как много здесь цветов! Ха-ха-ха! Мне нравится тут играть! Ого! Какая яркая игрушка! Уиу! Уиу! Машина! Эта машина желтого цвета и красного цвета. Ха-ха, поехали! Воу! Воу! Бип-бип! Забавно! А здесь что? Ой, как тут мягко! Эй, смотрите! У этого кубика так много цветов! Ха-ха, мы будем долго их называть! Ха-ха, давайте продолжим исследовать! Это замок! Давайте зайдем! Привет! Ой, смотрите! Этот мяч голубого цвета. О, ой!
тут еще один. Этот мяч зеленого цвета. Молодцы! Воу, привет! Прыг! Замок такой высокий! Ого! Эй, там, внизу! Привет! Ой, гляньте на лестницу! Ух ты! Видите цвета? Посмотрите на этот! Какой это цвет? Это розовый цвет! О! А вот эта ступенька того же цвета, что и перила! О, какой это цвет? Да, это желтый цвет! О! А вот это? Ха-ха-ха! Мы уже знаем этот цвет! Это и это! Да, этот цвет называется зеленый! Минуточку! Неужели я заснул? Ха-ха-ха! Мне нравится этот мягкий диван! Знаете, какой это цвет? Какой он интересный! Этот цвет называется бирюзовым! О-о-о! Это голубой и зеленый цвета, смешанные вместе! Ху-ху! Ха-ха! Сейчас не время спать! Пора немного покрутиться! Уху! Воу! О-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо-хо! Я обожаю крутиться! О, это так забавно! И разноцветно! Кажется, он спущен. Как же его надуть? О! А вот и насос! Ого! Это зеленый насос! Да, это зеленый и желтый! Включаем! Молодцы! У-ху! У-ху! Ха-ха-ха! Ух ты! Какой это цвет? Один из двух моих любимых. Рифмуется со словом большой. Голубой! Ха-ха! Смотрите! Это цвет красный! Ха-ха! Отлично! Давайте прокатимся с горки! У-ху! Поехали! У-ху! У-ху! Да! Привет! Эй! У-ху-ху! Черный шар для боулинга! Ха-ха-ха! Белые кегли! Там внизу!
Да! Смотрите, я наверху лестницы. А теперь я спущусь вниз. Я стою внизу лестницы. А сейчас я поднимусь наверх лестницы. У-ху! Пока! Ух ты! Как тут ярко! Ого! Надо же! О, я обожаю ползать по туннелям! Ого! Здорово! Горка! Я в восторге! Дополз! Вы готовы? 3, 2, 1! Вау! Привет! Ух! Катиться было так весело! Горка розового цвета! Ой! А это что? О, я люблю динозавров! Взгляните-ка на них! Какие они милые! Привет! Привет! Здрасте! Как дела? Забавно! Какого цвета эти динозавры? Здесь два цвета. Фиолетовый и розовый. О, гляньте на это! О, это же вертолет! И два моих любимых цвета! Ура! Какого цвета этот вертолет? Он двух цветов. Голубой и оранжевый. Положим его назад и пойдем дальше. Посмотрите на эту голубую машину! Ого! Какая тут машина! Она очень быстро ездит! Мне понравилось изучать цвета! Как же здорово было веселиться на игровой площадке Эми в Южной Пасадене, Калифорния! Мне очень понравилось изучать с вами разные цвета. Ой, тут зеленое растение. Было очень весело. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесете его со мной. Готовы? BLEPPI. Блиппи, мы справились. Ну все, до встречи. Привет, это я, Блиппи. Смотрите, что за моей спиной. Да, это экскаватор. И сегодня вы со мной будете изучать экскаватор. Итак, давайте познакомимся с внешним видом экскаватора. Идем! Ого! Этот экскаватор такой большой! О, смотрите, что еще тут есть! Да, это большое колесо и шина! О, эй, а там... Это колесо и шина поменьше. Смотрите! Ух ты! Это
протектор шины. Протектор нужен, чтобы когда колесо крутится, оно не скользило. Голова пошла кругом. Идем! Ого! Перед нами кабина. Именно отсюда водитель управляет экскаватором. О, как здорово! Взгляните туда. Это передние фары. А вон там сигнал поворота. Сигналы нужны, чтобы ездить по городским улицам законно. Ого! Ух ты! Это выдвижная опора. Обычно она поднята, но сейчас она опущена на землю. Когда экскаватор копает землю, он не раскачивается. О, я такой устойчивый! Вот эта часть экскаватора называется стрела. А вон там, выше, плечо. Это плечо необычное, потому что у него есть ковшовый цилиндр! Это же круто! Вы только поглядите! Это обратный ковш экскаватора! Он захватывает очень много земли! Позже вы сами увидите! Идем! А это выхлопная труба. Отсюда двигатель выбрасывает свой выхлоп. Ого! Ой, надо же! Смотрите! Это передний ковш. И он очень большой. Даже больше обратного ковша. И этот ковш довольно необычный. Это ковш 4 в одном. Он похож на раковину моллюска. Я обожаю моллюсков. Ого! Смотрите! Это гидравлические шланги. Это гидравлический цилиндр. Гидравлика обеспечивает мощность. Внутри течет жидкость под давлением к обратному и переднему ковшам. Обожаю экскаваторы! А теперь сядем за руль и будем управлять экскаватором. Идем! Воу-воу-воу! Минуточку, мы ничего не забыли? Да! Нельзя забывать о безопасности! У-ху! Да, я надел каску, оранжевый сигнальный жилет. Хорошо? Вот теперь мы пойдем управлять экскаватором. За мной! Воу-воу-воу-воу! Минуточку. Кажется, мы еще кое-что забыли. Да, надо же убедиться, что двигатель готов к работе. Давайте его проверим. Идем! О, отлично! Перед нами капот, а под ним двигатель. Давайте его откроем. Ого! Тут огромный двигатель! Вот это воздушный фильтр, жидкость для охлаждения, огромная трубка радиатора, генератор, аккумулятор. Он такой мощный! Но нам с вами нужно проверить уровень масла. Оно вон там.
Ух ты! Отлично! Вытащим масляный щуп за ручку в форме буквы О. У щупа для трансмиссии ручка в форме буквы Т. Давайте вытащим щуп с желтой буквой О. Да! Так, надо его вытереть и вернуть назад. Теперь можно проверить уровень масла. Да, кажется, все отлично! Хорошо, возвращаю назад. А раз экскаватор готов, мы можем его завести. Идем! Отлично, мы в кабине экскаватора. Главное не забыть о безопасности. Надо пристегнуть ремень. Отлично. У двухковшовых экскаваторов есть передняя сторона и задняя сторона. Мы осмотрим переднюю сторону. Ух ты, взгляните. Это рулевое колесо. Оно управляет экскаватором. А вот это переключатель. Он переключает езду вперед и езду назад. А вот здесь это, да, сигнал поворота. А еще это, слушайте. Да, это гудок. О, а это рычаг управления передним ковшом. Тянешь назад, ковш поднимается. Толкаешь вперед, ковш опускается. Да, так здорово! А теперь давайте осмотрим заднюю часть. Ого! Как вы видите, сзади находится стрела, плечо, ковш и выдвижные опоры. А управляются они в основном вот этими двумя джойстиками. Левым. Уу-ху-ху-ху! И правым. Вау-вау-вау! А теперь двумя сразу, готовы? Ой, взгляните на эту черную кнопку. Ну-ка послушайте. Да, молодцы! Хорошо. Пришло время завести экскаватор. Я поверну ключ. Как много земли! Экскаваторы – самые универсальные машины на стройке. Потому что у них есть большой передний ковш и маленький обратный ковш. У-ху-ху-ху! Уа-ха-ха! А теперь исполним танец экскаватора. Вот правило. Когда вы увидите передний ковш на экране, танцуйте вот так. Хорошо? А когда вы увидите обратный ковш на экране, танцуйте вот так. Ха-ха, отлично. Начнем!
копает землю ковшом. Экскаватор наш. Будем смотреть. Хорошо. Конечно. Вы готовы? Его ковш прикреплен. И к мечу, и к стреле. И круче его не найти нигде. Силы не жалей. Рой траншеи для труб скорей. Отлично, продолжаем. Но очистит все, и ты сражен. Копай, копай и танцуй. Копай и танцуй. Копай ковш. Последний куплет. Копай ковш. Копай и танцуй. Молодцы! Копай, копай и танцуй. Копай и танцуй. Копай ковш. Мне было так интересно изучать с вами экскаватор. Спасибо, что смотрели видео Блиппи об экскаваторе. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесете его со мной. Хорошо. Блиппи. Блиппи. Мы справились. До встречи. Пока. Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи.